Итак, ребята, всем привет! Сегодня у нас коп. Коп по старине. То есть будем шурфить. Вы знаете, сегодня так сложилось, что мы поменяли, знаете, одни приехали, другие уехали. Я буквально опоздал на 3 часа. 3 часа назад в этом месте были пацаны. Михалыч, Денис Кавказ, еще несколько парней. Они здесь шурфили, находки, в принципе, у них были классные. Но сложилось так, что, ребят, я попутал времена. Думал, сегодня среда. В общем, дело было так. Поехал я в магазин. Как вы знаете, у меня квартира новая, ремонт делаю. Поехал в магазин стройматериалы закупать. Ну и решил еще и по металлу покопать, чтобы окупить. И, знаете, ковыряюсь, пивка попил, думаю, с ночевкой останусь. Тут хлоп, пацаны звонят: «Саня, ты на коп едешь?» И я не понял: «А что, пятница?» «Да, Сань, ты что, сегодня пятница, мы на коп выезжаем». Я: «Ёшкин кот». Я, в общем, закруглился сегодня рано-рано утром. По металлу копал, видео есть, где я пляж почистил очень достаточно хорошо. Итак, ребята, я вам говорил про пляжик, который здесь находится. Вот пляжик. Я взял с собой металлоискатель. Пляжик, он маленький. Вот, но меня заинтересовало другое. Смотрите, здесь раньше были лавочки. Но кто-то в свое время в погоне за металлолом их срезал. Вот они, столбушки стоят. Столбушочки стоят. Вон там еще. Я уже здесь один выкопал, здесь и здесь. То есть, видите, я облагораживаю пляж тем самым. Смотрите, видите, да, дорожка. И многие, наверное, особенно будет печально, если ребятишки бегут к воде и спотыкаются вот об эти вот столбы. Ну вот так вот, ребята, прошел у меня сегодня пляжный коп. Кто-то собирает серебро, золото, а мы собираем металлолом. Как-то так. Итак, ребята, на этом я буду заканчивать свое видео. Я и забыл, что сегодня пятница. Вы знаете, по пятницам мы отправляемся на раскопки с друзьями пошурфить. Вы знаете, я сегодня выехал в магазин за стройматериалами. Пляж. Ребята, сегодня ходили по пляжу. Оказался он не золотой, не серебряный, а железный. Ну, настоящие реальные деньги. Вот, так что на этом и все. Сейчас смотрим то, что я откопал. Откопал нормально. В целом, good, 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 good. А сейчас, ребят, отправляюсь домой и выезжаем на следующий коп. Сразу же едем к пацанам. Пацаны там уже копают. Ребят, по металлу получилось у меня сегодня вот так вот. Загрузил трубы, несколько слоев. Я не знаю, штук, наверное, 13-14 труб. Видите, прям хороший, увесистый. Это у нас медь, медная труба, трубка. Вот, получилось как-то так. Нормально, зачетно. Облагоустроил, грубо говоря. И, знаете, поспал 3 часа и приехал в эту же деревню. Конечно, она сейчас пустая. Никого здесь нету, вот смотрите, вообще никого, только один я. И приехал я на местечко, где, в принципе, на той стороне, вон, видите, тополь стоит старый, да. Вот там вот нашли, когда я был, ночью колокол, достаточно приятный, колокол с тремя курицами. Смотрите, ребята, орел, это не орел, это курица. Да, это курица, да, с одной головой, да, курица. Блин, посвети, у меня что-то это. Видите, да, ребята? Это курица. Почему курица, не орлы? Потому что голова одна. И вы знаете, здесь вот находил я серебрушку верховую прямо на поле. Вы за моей спиной не думайте, это не копки, да? А то подумайте, копки, копки, копки. Нет, это кроты, кроты копают. В общем, к чему я завел эту тему? Приехал я непосредственно на то место, которое я буду копать сегодня. Вот оно, как вы знаете, вон там почему-то копано.
Ну, копать-то надо вот здесь вот, ребята. То есть ошиблись вот настолько вот. Сейчас я посмотрю, что здесь будет. Я не обещаю, что я угадал с фундаментом. Вот смотрите, видите, копано. Вроде сопутка есть какая-то там. Что по сопутке-то тут? Так, горшочки имеются. Гильзы. В общем, сопутка имеется. Но я предполагаю, что шурфить нужно все-таки вот здесь. Сейчас я попробую все это дело сделать. Ночью я копать буду не один. Обещался Женька приехать. Затем завтра утром Диман подъедет. Модератор мой на канале. Так что я думаю, я место приготовлю для совместного копа. Надеюсь, фундамент будут давать находки. Ну и продолжим. С Женьком сегодня ночью и утром завтра. Так что пожелайте нам удачи. Находки, надеюсь, будут. А не точно. Итак, ребят, сейчас Женька звонил. Он только из Самары выезжает. Только через 2 часа приедет. Разработал фундик. Вот такая вот ямка. Глубина всего на 2 штыка. Я думаю, глубже будет сюда дальше. Засыпку далеко не выкидываю, для того, чтобы потом ее присыпать. И долго-коротко, вот такой вот керамики здесь полно. Горшочки, прям, знаете, вываливаются пачками. Бутылки всякие разные. И первая находка, ребята. Но я немножко расстроен тем, что не то, что это советская монета. Год 32-й, да? Что она в идеале? Вот и в этом я и расстроился. Расстраиваюсь. То, что монета в идеале. Это не дымовой сохран. Вот в этом я немножко и расстроился. Они должны быть на шурфе убитые. А это прям шикарный. Прям шикарный. Надеюсь, вот здесь вот будет находки. Или вот здесь. Ну, вот здесь вот печь. Видите, да, возвышенность небольшая. И смотрите, около возвышенности пошел красный беленый кирпич. Вон он, видите? Это печь. Но в доме две печи. Мне нужна печь именно не та, которая топилась, а печь именно та, которая готовила пищу. Ладно, подождем 2 часа, и Женька с нами. Ребята, вы даже не представляете, как я сейчас это бежал за камерой. Прям в припрыжку, ребята. Сигаретку не успел прикурить, закурить, как вам показывал копеечку советскую. И вот смотрите, крупничок выпал. И это явно монета. Че за монета? Ну, по размеру. Либо 1/2, ой, Николаевская копейка, либо двушка. Пойду я. Ее помою. Ставки, господа. Пока я ее не помыл. Что думаете по монете? Что это? Класс. Пойду я до машинки, помою. Итак, ребята, вот. До этого показывал, жаловался, что нету дымового сохрана. Вот такие монеты должны быть дымового сохрана. И это у нас вензеля проглядывается Николай I. И судя по размеру, это у нас двушка. 2 копейки серебром. Зачет. Первый царь. Класс. Итак, ребята, видите там вдали? Вот эта точка. Это едет Женя. Я рад, очень рад, что ночевать вторую ночь буду не один. Класс. Женька, здорово, точка. Точка, здорово. Ладно, мы продолжаем. Кстати,
я вам не показывал, нашел вот такое же количество монеток. 3 двушки, 2 по копейке, 2 пуговки от самовара, колечко, пряжечка и вот это вот народное производство из монеты. Ну, как-то так, ребята, пока как-то так. Итак, ребята, видите, он там свет, вот он. Это Женька ходит, верховые сшибает. За удачу, за находки земным дедом бахнули. И у меня из шурфа выпала монета. Что за монета? Монета непонятная. Так, старый герб. Это уже радует. На этом фундаменте все монеты со старым гербом. Год. 3 копейки, судя по размеру. 26-й. Видите, да? 26. Видите, нет? Ну да. Темно, расплывается. 26-й год. 3 копейки. К сожалению, в таком захране монета после чистки будет убитая. В кавернах. Короче, не очень хорошая находка. Не очень хороший сохран. Ладно, будем продолжать искать. Пойдет. Итак, ребят, совсем уже темно. Это свежий фундамент, который били наши пацаны. Мы приехали, переместились сюда, на ночлег. И верховая, ребята, вот из этой ямки выскочила. Ну, пацаны немножко не докопали. Выскочил вот такой вот пятак. Но сверхъестественно ничего нету. Это пятак у нас 30-й год. Но все равно приятно, когда комрады пропускают такие крупные монеты. Или хотя не пропускают, они доходят. Вот такой вот пятачок. Наверное, здесь сейчас вот продолжу шурфить, потому что уже темно, не знаешь, где зашурфиться. И от имени лучшего будем пользоваться худшим. Вот этот холмик, как-то что-то он не копанный. А здесь монета. Наверное, вот это надо все-таки дошурфить.